Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители! Продолжаем готовить. И сейчас пятница, 12 июня, и мы 2019 года. Я вам хочу сказать, что за окном холодина, зеленая зима, плюс 12 градусов сейчас. Но еще такие полубелые ночи продолжаются, хотя вот сейчас 9:30, 9:30 вечера. Так, значит, что мы делаем? Я решила пожарить картошку нового урожая с чесноком, с перцем и сделать салат из огурцов с помидорами. И вот смотрите, зелень добавим в картошку. Вот так это выглядит. То есть я порезала вот такими тонкими кусками. Значит, растительное масло вот такое использую. Рафинированное подсолнечное масло, благо. Можно немножко оливкового добавить, у меня есть. И на раскаленную сковороду выкладываем картошку порезанную. Так, немножко поджариваем, добавляем соли, перца и немножечко чесночка чуть-чуть. Я еще добавила чуть-чуть кинзы, бальтовки, стебель. Кипятим воду и добавляем немножко, я вот уже добавила, добавляем немножко воды, для того, чтобы она была не очень жирная и не очень сухая. Это как будет средненькая. Вот чесночок, который я приготовила, и сейчас я буду зелень резать и салат. На небольшом огне жарим картошку. Из зелени я сделала две кучки. Та, которая справа, здесь стебли, укроп, зеленый лук, петрушка. Но в основном такой более жесткие составляющие зелени. И здесь вот тоже лук, петрушка и укроп. То же самое, только более мягкие для салата. Так, теперь что мы сделали? Я сделала вот салат с огурцами, и сейчас добавлю сюда помидоры. Так, я добавила зелени сюда, немножечко кипяточка еще и немножко чеснока. И вот уже сейчас будет готово. Так. И я приготовила, идеально просто с картошкой сочетается вот такой салат-окрошка. Здесь кислое молоко, кефир. Ну, можно разбавлять, можно не разбавлять кефир. Я разбавляю водой еще немножко. Помидоры черри, огурцы, чеснок, лук зеленый и зелень, петрушка, укроп. Немножко даже кинзы есть. Перец молотый черный и соль по вкусу. И это идеальное сочетание с картошкой. Сейчас я вот положу второе блюдо с картошечкой и покажу вам. Итак, сковороду я накрыла крышкой, потому что, чтобы немножечко подошло быстрее, потушилось. Так, и сейчас пробуем, вот, что у меня вот так вот выглядит это, да? Вот так. Такая окрошка-салат. И без хлеба я постараюсь съесть. И еще сверху картошку посыпала зеленью. Так, пробуем при вас. Так, вначале пробуем ту жидкую окрошку с помидором. Нормально. Но мне еще хочется сюда перчика. Но сейчас мы попробуем, как это с картошкой. Картошка идеально. Картошку чуть пересолила, значит, можно окрошку не досаливать. Угу. Вполне вкусно. Кефир можно не разбавлять водой. В общем, как-то смотрите сами. Итак, приятного аппетита вам. И у нас будет еще очень много творческих и интересных блюд.
Так что подписывайтесь на наш канал.